Привет, уважаемые зрители. Это Бахчисарай. Путепровод над железной дорогой, который параллельно существующему строится. Так, вот это мы видим площадку с балками, козловые краны на колесах, которые могут поворачивать как захотят. А о чем мы вообще сюда приехали, это вот тут идет монтаж балок пролетного строения. Кран Липхер какой-то гигантский стоит на одном из конусов. Второго конуса пока нет. Вот эта левая от нас устойная опора еще не обсыпана. Вот чуть дальше мы видим, два крана грузят балки на балковозы. Точнее, балковоз один, они загрузили, он приехал. Липхер поднял, поставил. Такая схема. Но вот эта суббота сейчас. Сейчас мне не удалось заснять сам монтаж. Поэтому я приехал на следующий день и снимал уже монтаж других пролетов, другого вот этого левого пролета. Ну, сейчас мы посмотрим, как это было. Так, балка уже поднята. Балковоз заезжал прямо на ростверк опоры. Потом кран берет балку, и вот сейчас он ее поднимает для того, чтобы установить ее на свое место. Сегодня воскресенье, и непонятно, сколько сегодня было смонтировано балок, то ли 2, то ли 3, может одну еще успели вчера закинуть, потому что вчера я снимал в обед, им оставалось 2 балки на том пролете. В общем, довольно быстрыми темпами идет строительство этого участка. Особенно учитывая, что сформирован уже асфальтобетонное покрытие сформировано, уложено. Вот там слева дальше. И останется вот на дальней опоре, там уже открылки опоры сформированы, заармированы. Дальше опалубка, бетонирование, ну и все это можно будет засыпать с той стороны. Ну, еще переходная плита. Ну, слева отсыпать конус. И то же самое все повторить. И к тому моменту само пролетное строение уже, скорее всего, будет готово. В общем, мое предположение, что где-то месяца через два мы поедем по этому участку. Оно ни на чем не основано, это просто мне вот так вот. Вот так вот мне кажется, что так будет. Очень жаль, конечно, что я пропустил монтаж центрального пролета, самого длинного. Но что-то подсказывает, вот эти плиты внизу, которые расставлены, это
таким квадратом, что это плиты под кран, и кран стоял именно здесь. Ну, с одной стороны и с другой. И поднимал, ставил эти балки. Вот там вдали, где старая дорога на стройиндустрию, на комбинат, там все еще, по-моему, ожидается перенос ЛЭП, поэтому насыпь там еще не соединилась. Вот как-то все это должно вместе совпасть, и, в принципе, участок откроется. Было бы очень интересно проехать, посмотреть, что получилось. Ну, у меня вот на этом все. Балка уже практически заняла свое место. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь. Всем пока.